una differente prospettiva sull'Ucraina. Vengo dal dibattito oggi in aula che si sta ancora svolgendo, dove abbiamo sentito forse un'unica voce, che è quella che ci sta prospettando i media fino adesso. Quindi penso che ognuno di noi abbia il proprio punto di vista su quanto sta accadendo in Ucraina. Onestamente credo che l'Unione Europea non debba schierarsi apertamente nelle vicende interne di questo paese, poiché la situazione non è magari così limpida come ci vogliono far credere e come la vogliono dipingere i media occidentali, dicendoci che ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall'altra. È una situazione che noi abbiamo già vissuto in questi anni in altre situazioni. Parlo un po' della primavera araba, l'Egitto, dove l'Europa ha convintamente appoggiato i fratelli musulmani e poi si è visto che i fratelli musulmani erano dei terroristi. Oppure recentemente con la Siria, dove l'Europa si era schierata sui ribelli e poi si è scoperto che questi ribelli erano a fianco dei guerriglieri di Al-Qaeda. Io voglio quindi ascoltare altre voci ed è per questo che ho invitato qui a una delegazione di politici ucraini guidata dalla professoressa Vitrenko, che ben conosce la situazione del suo paese e che avendo anche corso, mi pare, per le elezioni del 2004, momento in cui si sono manifestate i primi problemi per l'Ucraina. Quindi il mio intento è quello di far riflettere dal punto di un punto di vista diverso di quello che i media ci stanno dicendo. Lascerei subito la parola alla professoressa, anche perché abbiamo solo pochi minuti nella mezz'ora per questa conferenza stampa, e quindi è bene che spieghi lei dal suo punto di vista quello che veramente sta succedendo in Ucraina. Уважаемые участники пресс-конференции, я не буду на этой пресс-конференции говорить о Януковиче. Наша прогрессивная социалистическая партия оппозиционная. И я очень хочу, чтобы его судили, и на суде хочу выступать обвинителем. Я не буду говорить на этой конференции о Путине. Это лидер великой державы, братской страны, которого я искренне очень уважаю. И я уверена, что у него хватит достаточно разумных советников, чтобы принимать разумные решения. Я хочу говорить о народе Украины. И как народный депутат Украины двух созывов, как кандидат в президенты Украины 1999 года и 2004 года, я здесь, в Европарламенте, заявляю всем, на Украине произошел неонацистский путч, государственный переворот. Это не просто смена власти. Я за смену власти. И наша партия борется за то, чтобы прийти в парламент и сменить курс внутренней и внешней политики. Но Евромайдан возглавили неонацисты. Они использовали мирных граждан, которые действительно многие искренне верили в евросказки. Им очень интенсивно 4 года последних рассказывали, что Украину 45-миллионную ждут в Европейском Союзе, сразу всем дадут работу, и сразу зарплата и пенсия будет у всех, как во Франции и в Германии. И действительно, многие люди в это поверили. Хотя самые серьезные социологические опросы показывают, что на интеграцию с Россией ориентировано 60% населения Украины, а на интеграцию в Европейский Союз – 40%. Как только Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом,
лидеры парламентской оппозиции собрали Евромайдан. Одну неделю он был мирным. Потом мирным он перестал быть. Я вам покажу, а европейские политики и чиновники все время заявляют, и сегодня мы это слышали, все время о мирном Евромайдане. Вот это мирный Евромайдан. Вот это мирные участники акции. Вот это мирные участники акции атакуют правоохранительные органы. Здесь они с дубинками и цепями, а здесь уже коктейли Молотова, напалм и бульдозер. Это 1 декабря 2013 года. Это булыжники, которые вырывались из площади и бросались в голову правоохранителям. Никто не говорит в Европарламенте. Да, погибло более 70 человек протестующих, но и 20 человек правоохранителей, 600 ранено, при том, что они не применяли оружие. Вот так в них бросали напалм, вот так мирные активисты Евромайдана осуществляли этот переворот. Сегодня попробовал один депутат сказать, что это фашисты. Были недовольны в зале таким его заявлением. Как можно было не видеть, что это фашисты, неонацисты? Они же этого не скрывают. Вот, пожалуйста, с какими щитами они ходили. Вот что написано на этих щитах. Я думаю, европейцы прекрасно знают, что значит кельтский крест, символ расизма, что значит цифра 14, слоган расистов. За это Дэвиду Лейну в Соединенных Штатах Америки дали 190 лет тюрьмы. И что значит цифра 88? Хайль Гитлер. HH. За использование вот этих цифр, за использование нацистских флагов ФИФА и УЕФА ввели санкции в этом году против и сборной Украины, и киевского «Динамо». А на Майдане нацистские флаги развивались спокойно, рядом с флагами Евросоюза. И оказывается, европейцы этого не видели. Европейцы приезжали в Киев и не видели вот эти знаки, которыми описан весь Крещатик, свастика, зиги. Они не видели поляки, сегодня защищающие Майдан, что там стоит слава УПА. УПА – это та банда коллаборационистов, которая осуществила в 1943 году Волынскую резню. И именно от рук ОУН УПА 200 тысяч поляков пало. На Крещатике вывесили фото Бандеры. В здании Крещатика свастика. Я не знаю, как можно было этого не видеть. А под какими лозунгами шел Майдан? Сегодня я слышала в Европарламенте, знаете, так ласково, слава Украине, героям слава. А что это за лозунг? Когда коллаборационисты готовились вместе с гитлеровцами перейти границу Советского Союза весной 41 года, они на вторых своих сборах ОУН приняли решение, когда гитлеровцы будут говорить «Хайль Гитлер, Зиг Хайль», украинцы должны отвечать «Слава Украине, героям слава!». Это лозунг украинских нацистов. Украинские нацисты все время, и, кстати, не только эти 3 месяца, а последние 20 лет, потому что их выращивают в Украине, они ходят под лозунгом «Украина для украинцев». Слава нации, смерть врагам. Вот нас, меня лично, они относят к врагам. Почему? Я украинка, я родилась и выросла в Киеве. Я вильно владею украинскую мовою. Но я выступаю за интеграцию с Россией. И значит, для них я враг. И они открыто заявляют: слава нации, смерть врагам. Отсюда у меня вопрос. А в чем заключаются европейские ценности? Я сегодня слышала столько хороших слов о Майдане. Нельзя говорить о Майдане в целом.
Надо говорить о людях, которые стремятся к евроинтеграции, и надо говорить о боевиках, террористах, неонацистах. Я напомню в уважаемом здании Европарламента о резолюциях Европарламента. 25 февраля 2010 года Европарламент принял резолюцию. Читаю, цитирую. Европарламент глубоко сожалеет о решении экс-президента Украины Виктора Ющенко посмертно наградить Степана Бандеру, лидера организации украинских националистов ОУН, которая сотрудничала с нацистской Германией, званием национальный герой Украины, и выражает в этой связи надежду, что новое украинское руководство пересмотрит это решение и сохранит свою приверженность европейским ценностям. И мы поддерживаем эту резолюцию, прекрасная резолюция. Дальше, 13 декабря 2012 года, увидев, что неонацистскую партию «Свобода» приняли в парламент, Европарламент принял резолюцию. Цитирую. Европарламент обеспокоен ростом националистических настроений в Украине, выраженным в поддержке партии «Свобода», которая в результате является одной из двух новых партий, вошедших в Верховную Раду. Напоминает, что расистские, антисемитские и ксенофобские взгляды противоречат фундаментальным ценностям и принципам ЕС. Таким образом, призывает продемократические партии в Верховной Раде не взаимодействовать, не поддерживать и не формировать коалиции с этой партией. Европарламент 16 месяцев тому назад принял эту резолюцию, а здесь партия «Свобода» стоит на Майдане, с Тягнибоком здороваются, Тягнибока, лидера этой партии, принимают в Европе, Тягнибок входит теперь, как вот будет избрано, в правительство, и три свободовца станут членами правительства Украины. Европарламент это приветствует? Евросоюз это приветствует? Так тогда давайте ответим на вопрос, что будет дальше. А дальше я вам рассказываю. Наша страна победила фашизм. Украина – одна из учредителей Организации Объединенных Наций. И наша страна не согласится с неонацистской властью. То есть будет гражданская война. Это нужно Европе, чтобы на Украине лилась кровь? Неужели непонятно, что неонацисты будут провоцировать столкновение с Россией? Они ненавидят Россию. Они сегодня уже приняли ряд законов, грубейшим образом нарушающих права человека и торпедирующих Россию. Приведу два примера. Первый пример. Они хотят остановить телевещание российских телеканалов на Украину как вражеского государства. Вы вдумайтесь, Украина и Россия имеют договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. По этому договору мы обязаны жить в дружбе, а это заявляет новая власть. И второй пример. Они отменили закон. Закон об основах языковой политики. Этот закон принят в русле Европейской хартии о региональных языках и языковых меньшинствах. В 2007 году Социс-Гэллоп провел исследование на Украине. 83% населения, 83%, разговаривают на русском языке, считают его родным. И я считаю родным русский язык, потому что Киев – мать городов русских. И русский язык родился в Киеве. А нас хотят заставить отречься от родного языка, за это наказывать, за это не давать статуса украинца, потому что новая власть хочет построить этническое государство в центре Европы. Украину для украинцев. Но тогда потом пойдет. Германия для немцев, Франция для французов, Бельгия для бельгийцев. Это нужно Европе. Этот кошмар нужно немедленно остановить. Сегодня правильно говорили, нужны досрочные выборы. И я за это. Досрочные выборы и парламентские, и президентские. Но сначала нужно разоружить боевиков. По данным МВД, 25 тысяч бандитов на Украине сегодня вооружены огнестрельным оружием. Под дулом пистолетов работает парламент. Эти бандиты угрожают всем, терроризируют весь Киев. Другие города Украины. Это первая задача, их разоружить. Вторая задача – запретить неонацистские партии и движения. Если мы европейцы, если мы помним ужасы нацизма,
неонацистские партии, движения нужно запретить. Это и партия «Свобода», и весь этот правый сектор, и все эти организации, которые на Украине исповедуют национал-социалистскую идеологию. И не скрывают этого. И потом, уважаемые европейцы, здесь возмущались сегодня, обсуждая вопрос Украины об олигархах. А почему Венецианская комиссия? Почему Европа просмотрела, что нам, честным людям на Украине, не дали возможности баллотироваться ни на пост президента? Я не смогла баллотироваться в 2009 году, потому что ввели залог. И сейчас он опять действует, продолжает действовать. 2,5 миллиона гривен. Это 230 тысяч евро. Залог. Я ученый. Я доктор экономики. У меня таких денег нет. А для того, чтобы выступить по телевидению, нужно платить 250 евро в секунду. В секунду. Реклама. Вот каким образом для депутатов, честных, ну, которые стремятся, честные люди, стать депутатами, для кандидатов в президента, такие выборы не под силу. Итак, нужно менять избирательный закон, нужно запрещать неонацистские партии, нужно освободить Украину от боевиков, и нужно тогда, конечно же, проводить новые досрочные парламентские и президентские выборы. Тогда на Украине будет спокойствие. Спасибо. Se ci sono domande... Sono Davide Carretta di Radio Radicale, di Radio Italiana. Avrei fondamentalmente due domande. La prima riguarda... La prima è a proposito del fatto che lei sta facendo una conferenza stampa con un partito che in Italia rivendica l'Italia, gli italiani, se non addirittura gli abitanti di una piccola regione, per quella regione che in qualche modo si avvicina alle posizioni della polizia, delle zone degli stati etnicamente puri, rifiutando l'immigrazione da altre parti, quindi si vuole fare una contraddizione. La seconda, che rivolta anche all'onorevole Morganti, è Это вопрос ко мне или к моему коллеге? Кому? La seconda domanda che rivolta a entrambi. Ha auspicato un intervento della Russia anche militare per sventare quello che lei ha definito un colpo di Stato neonazista. Voi vedete che la Russia non vuole mischiarsi per Но я не думаю, что России нужно вмешиваться военным образом, потому что это чревато глобальным конфликтом. Это может привести к Третьей мировой войне. Кто хочет войны? Другое дело, что Россия могла активнее как бы вести, поднимать международное сообщество против нацизма на Украине. Ведь рост нацизма был особенно активный при президенте Ющенко. И мы знали, что это требование США. Он выполнял все требования США. Им нужно было выращивать эту пятую колонну. А когда пришел Янукович, то Янукович, чтобы получить поддержку США, продолжал политику Ющенко. И опять-таки шел рост нацизма. Это не сегодня появился нацизм на Украине. Их выращивали все эти годы. Их финансировали, обучали, тренировали. Вот в этом плане, мне кажется, политика России должна была быть более активной. Что касается того вопроса, вопрос кому вопрос? Первый вопрос, это вот по поводу партии. Да, я персонально не auspico un intervento militare della Russia, però mi piacerebbe che la Russia cooperasse e si
parlasse con l'Europa per i problemi che sta, e le infiltrazioni che si stanno avendo, e abbiamo visto anche le foto all'interno del popolo ucraino. Cioè, il problema è questo, come è successo, credo che la Siria sia un po' emblematica, il conflitto della Siria è stata proprio la Russia a fermarlo, altrimenti se forse non c'era la Russia oggi avevamo un conflitto in Siria. Lo stesso potrebbe succedere qua in Ucraina, però credo che con quello che è successo in Siria spero che un confronto con l'Europa per il problema dell'arrivo del partito di Svoboda e dei neonazisti all'interno del governo ucraino. Non credo che l'Europa, nemmeno la Russia, voglia questo. Altre domande? Владимир Марченко, газета «Народная позиция» и «Предрассветный гнев». Наталья Михайловна, у меня к вам два вопроса. Один как к экономисту, доктору наук, и второй как к политику. Как к экономисту, содержание соглашения о зоне свободной торговли, которое предлагается подписать Украине, будет способствовать росту экономики, решению социальных проблем в стране? Или создаст проблему и экономическую, и социальную, и политическую? Второй вопрос как к политику. Какие факты вы можете здесь в стенах Европарламента привести о нарушениях европейских ценностей, которые уже осуществляет вновь избранная власть? И насколько верховенство права вновь избранной властью соблюдается? Спасибо. По первому вопросу. Соглашение об ассоциации, о создании зоны свободной торговли для экономики Украины убийственно. Мы откроем свой внутренний рынок, а чем конкурировать с Европой у нас нечем. Следовательно, будет просто товарная интервенция, это еще больший дефицит торгового баланса и бюджета страны. На правительственном портале в январе были вывешены эти данные, это официальные данные правительства Украины, что если бы Украина подписала соглашение об ассоциации, то в 2014 году валовой продукт Украины, он и так у нас сейчас минус, минус 0,2, он бы в 2014 году снизился на 36,9 миллиардов долларов. Если мы не подписываем соглашение об ассоциации, а развиваем интенсивно кооперацию с Россией, но торгуем, конечно же, и с Европой, то у нас плюс 5,1 миллиарда долларов. Это говорит само за себя. Кроме того, чтобы перейти на стандарты Европейского Союза, выполняя это соглашение, Украине нужно 160 миллиардов евро. Кто даст такие деньги? У Украины таких денег нет. Это 4 бюджета страны. То есть у нас нет возможности сделать модернизацию своего производства, чтобы в зоне свободной торговли конкурировать с европейскими товарами. Это просто гроб для экономики Украины, прежде всего для машиностроения. Что касается политической части вопроса. Европейскими ценностями, которые мы всецело поддерживаем, является верховенство права, свобода слова, права человека, права национальных меньшин. И я задаю себе вопрос, как законодатель, в чем проявляется верховенство права, если 21 февраля подписывается соглашение между Януковичем и лидерами парламентской оппозиции Яценюком, Кличко и Тягнибоком, и это соглашение скрепляется подписями министров иностранных дел Германии, Польши и Франции, в соглашении первый пункт за 48 часов поменять государственное устройство Украины, поменять Конституцию Украины. За 48 часов. У нас есть Конституция страны, где специальный раздел в Конституции Украины, специальный раздел 13 предусматривает процедуру изменения Конституции. Эта процедура требует работы двух сессий парламента с обязательным участием Конституционного суда.
все право перечеркнуто за 48 часов изменения Конституции с президентской на парламентско-президентскую республику. Дальше. О каком можно говорить, о каких европейских ценностях, когда есть ценность презумпции невиновности? Я сегодня слышала, что стреляли снайперы. А кто сказал, что эти снайперы были из правоохранительных органов? Кто это доказал? Уже столько мы за эти 3 месяца увидели и услышали лжи, что это просто чудовищно. То избили журналистку Черновол. Ахахах, ее избили проправительственные силы. Оказалось, хулиганство, разборка на дороге, она сама хулиганила. То похитили Булатова. И Европарламент 6 февраля в свою резолюцию вставляет этот факт как преступление власти. Кто это доказал, что его похитили правоохранительные органы? Потом оказалось, он был на даче у друга Кличко. То же самое со снайперами. Я человек гражданский. Но я понимаю, что если работает снайпер, то он прежде всего будет себя прятать. Себя. А тут вдруг, ну прямо для CNN, Евроньюса, прямо картинка, лежит снайпер. Его все снимают. И он стреляет по мирным протестующим Майдана. Я в это не верю. Наоборот, по нашим сведениям, на Майдане было оружие. Еще за 2 недели до этих кровавых последних событий на сайте Министерства иностранных дел было написано, что на Майдане действует 10 ОПГ, групп организованной преступности. Одну ОПГ взяли, и там в сообщении показано, сколько там было автоматов, сколько было пистолетов, сколько было гранат, бейсбольных бит и так далее. Вот что было фактом. Поэтому оружие применяли. Откуда оружие? А перед этим грабили военные склады, грабили полицию. И Европа этого не видела. Европарламент не замечал, что мирные боевики Майдана грабят склады армии. Вы мне расскажите, в какой европейской стране это позволено? Я сегодня вылетала из Парижа. Я утром видела, на вокзале идут ребята с автоматами наперевес и рука на спусковом крючке. Кто-то бы шевельнулся на вокзале, его бы уложили и сказали, это правильно, потому что нужно большинство защищать от агрессивного меньшинства, от вооруженных бандитов. Почему для Украины другие стандарты? Почему? Так надо Украину превратить в горящее пекло? Так надо торпедировать Россию? Так надо спровоцировать Россию? Так Соединенные Штаты за океаном. Война будет, если будет, не дай бог будет, на Евразийском континенте. Они опять сухими выйдут из воды. Поэтому европейские ценности не имеют ничего общего с неонацистами Евромайдана. Sì, vorrei rispondere al collega di Radio Radicale. Io rappresento il movimento internazionale di Lindon LaRouche, che ha organizzato questo tour europeo della professoressa Vitrenko, con la quale ci conosciamo da molti anni e con cui condividiamo molte cose, soprattutto i principi, l'analisi economica e l'idea che gli affari mondiali possono essere risolti attraverso la cooperazione fra nazioni indipendenti e quindi crediamo nella sovranità nazionale. Quindi questo non ha niente a che vedere col nazionalismo, che condanniamo, come è stato evidente, e riteniamo che quello che sta avvenendo in Ucraina sia una massiccia interferenza da parte dell'Occidente, ma meglio direi da parte di forze che vogliono imporre sul mondo un ordine diverso, che loro stessi chiamano post-vestfaliano, cioè di superamento dell'indipendenza e delle sovranità nazionali. Noi riteniamo che questa sia una strategia pericolosissima che sta portando il mondo verso un'escalation e rischia di sfuggire di mano.
cioè di condurre a un conflitto vero, addirittura a un rischio di guerra nucleare, così come il mondo conobbe questo rischio concretamente e seriamente nella crisi dei missili di Cuba del 1962. Abbiamo chiesto quindi aiuto in Europa per permettere alla professoressa Vitrenko di raccontare quello che sta succedendo in Ucraina e siamo grati all'onorevole Morganti che ci ha organizzato questa iniziativa. Altre domande? Mein Name ist Stadler, ich bin Mitglied des Europäischen Parlaments aus Österreich. Wir gedenken heuer des 100-jährigen Wiederkehrs des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges. Die jetzige Situation erinnert fatal an die Situation. Sir, we are in a press room. The press conference are reserved for journalists, not for intervention. No, it's not intervention, you have questions. But you are in a press room, not in the European Parliament. Yes, I told you. You can put your press room in another. Ci sono altri giornalisti che. This is the liberal Italian side. Best? Okay. Left liberal? No, left liberal. You can read our regulation over there. Altri giornalisti? Altre domande? No question? Is allowed? No. Only for journalists, from Italy, from left side. No, from everywhere, but journalists, not a politician. I think we should make an exception. Ci sono altre domande da parte dei giornalisti, oppure posso dare la parola a Carlo? Наталья Михайловна, как вы оцениваете ответ президента на ваш вопрос? Non c'è un giornalista che gli dà il suo. Io non sono giornalista. Есть вопросы журналистов? Allora può intervenire anche il collega. Sì, giornalista. Se non si può fare, chiudo la conferenza stampa se non ci sono. Rappresento l'associazione della stampa internazionale a Bruxelles e alle istituzioni europee, è impossibile, mi dispiace. Ich werde sie direkt klären, die Fragen. Ci sono altre domande, altrimenti chiudo. Какая-то сложная европейская демократия. У журналистов еще... вопросов нет, а не журналисту вопрос задать. У меня еще журналисты есть еще один. Давай спасай, Владимир Марченко, он не только главный редактор двух газет, он народный депутат Украины трех созывов, член Конституционной комиссии Украины двух созывов. Поэтому он очень грамотный журналист. Наталья Михайловна, я хотел бы прокомментировать ответ на ваш вопрос, который вы задали на пресс-конференции президенту Европарламента. Микрофон. Извиняюсь. Понял. Да. Наталья Михайловна, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали ответ президента Европарламента, ответ на ваш вопрос, который вы задали ему на сегодняшней пресс-конференции. Спасибо. Да, сегодня была пресс-конференция господина Шульца, и я хотела от него услышать, как сочетаются европейские ценности с признанием деятельности партии «Свобода» и «Правого сектора» чисто ненацистских организаций, которые не скрывают своей национал-социалистической идеологии, не скрывают своей символики и так далее, и так далее. Но от ответа господин Шульц вообще-то ушел. Он сказал, что есть разные силы, участвующие в Майдане. Я понимаю, что действительно есть разные силы. Но я понимаю, что мировое сообщество выработало критерии. И ежегодно принимаются резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о недопустимости поддержки нацизма, о недопустимости пропаганды нацизма и так далее, что полностью соответствует выводам Нюрнбергского международного военного трибунала. Однако мне господин Шульц не дал ответ на этот вопрос. Но что меня еще больше поразило, это когда включился президент Чехии Земан. Когда он сказал, что на русском, он хорошо понимает русский, он сказал, что он разговаривал с Януковичем, Янукович обещал подписать соглашение об ассоциации. Я о Януковиче вопроса не задавала. Мне Янукович глубоко не интересен.
Он такой удар нанес по нашей стране, по нашему народу, что, повторяю, его надо судить. Причем здесь Янукович? Но Зерман сказал так. Вот Янукович не подписал, и поэтому мы сказали, ну вот так теперь и будет. Так это что? Европа в отместку Януковичу благословила боевиков неонацистов? Чтобы они грабили Украину, расстреливали наш народ, издевались, устроили террор. У нас Киев сейчас после 6 вечера пустой. Люди прячутся по домам, боятся бандтеррористов, не нацистов. То есть ответ Земана меня потряс. Плюс. Thank you very much. Okay. Это поскадуто. That's it. Thank you.